Алло. Алло, здравствуйте, Игорь Васильевич. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Вас беспокоит классный руководитель вашего сыночка. Так, ладно, сразу к делу. Вы собираетесь у нас в школе появляться? Я в дневнике писала, чтобы вы пришли. Мария Ивановна, да? Да-да-да. Мария Ивановна, простите, ну, я просто там жена за этим всем делом наблюдает. А с какой целью я должен прийти в школу? Так, смотрите, мы вас вызывали сегодня из-за плохого поведения вашего сына в школе. И что? У него и дома плохое поведение. Я хоть раз вас вызывал, Мария Ивановна? А? Игорь Васильевич, Мария Ивановна. Что? Игорь Васильевич, повторите, пожалуйста, может, помехи? Мария Ивановна, разбирайтесь с моим сыном в школе сами, а я дома буду разбираться сам. До свидания. Хорошо, завтра ждем вас у директора, Игорь Васильевич. Мария Ивановна, до свидания. Свои шутки там будете, да? Все, спасибо. Очень смешно. О, тупой такой же, как его сынок. Знаете что, Мария Ивановна?